Друзья, вот уже несколько лет Прополис готовит для вас информационно-познавательные видео о работе полиции. За это время вокруг канала возникло сообщество в сотни тысяч человек, интересующихся правоохранительной тематикой. Вопреки распространенному мнению, ведение подобного канала не является золотым дном, по крайней мере в условиях нашего весьма избирательного подхода к рекламодателям. В выпусках Прополис никогда не было букмекерских контор, финансовых пирамид и множество того, что в целом создает негативный образ интернет-рекламы. Ну а создание контента на канале остается для нас в первую очередь хобби, увлекательным, но весьма затратным по времени, которое всем участникам команды приходится выкраивать после основной работы. В то же время быт и разнообразные жизненные ситуации порой ставят под вопросы процесс подготовки и сроки выпуска роликов. Спасибо за то, что все это время вы продолжаете смотреть Прополис, рекомендуете нас своим друзьям и делитесь видео в социальных сетях. И отдельная благодарность тем, кто находит возможность поддержать канал материально. Ведь поступающие от вас средства иногда позволяют нам как частично компенсировать сложности, возникшие при подготовке контента, так и дополнительно приглашать специалистов для необходимой помощи в этом. Все это время YouTube остается для Прополис не только основной платформой, но и источником множества проблем, таких как ограничения на воспроизведение и монетизацию выпускаемых роликов. Теперь же наступила очередь момента, который мы шутя назвали «Операция справедливое возмездие». Прополис получил одобрение программы спонсорства на YouTube, а это значит, что у вас появится возможность поддержать проект, не покидая пространство видеохостинга, алгоритмы которого теперь несколько больше станут работать в нашу с вами пользу. Для этого на панели под видео рядом с кнопкой «Подписаться» появится дополнительная спонсорство. Нажатие на нее позволит вам поддержать Прополис, выбрав один из уровней подписки, аналогичные тем, что уже предлагаются на нашей страничке Patreon. Различаются они как размером ежемесячного взноса, так и набором бонусов, которые мы готовы предложить в знак нашей признательности. Независимо от уровня подписки, все спонсоры на YouTube получат доступ к небольшим эксклюзивным видео, не выходящим в общий доступ, а также упоминания в конечной заставке еженедельных выпусков на самом канале. Ну а подписчиков старших уровней ждут дополнительные бонусы, которые они смогут получать с определенной частотой. На этапе запуска это шевроны, 2 в год для Беретты и 3 для Кольта, а также сувенирные жетоны правоохранительных агент США и Канады. Кроме того, мы рассчитываем все-таки приглашать подписчиков канала к участию в подготовке выпуска, а спонсоры Smith & Wesson получат доступ в чат с модераторами социальных сетей проекта и командой канала. Весьма вероятно, что список бонусов будет меняться или дополняться. И это лишь то, что мы готовы предложить в знак признательности за вашу поддержку в настоящий момент. Сами же еженедельные выпуски канала останутся доступны для всех без исключения пользователей YouTube, чьи аккаунты соответствуют возрастным ограничениям. Также остаются и продолжают действовать наши аккаунты в социальных сетях и платформах за пределами этого сайта. Мы все так же продолжаем прислушиваться к вашим мнениям, выражаемым в комментариях к выпускам Прополис, и стремимся делать выходящие видео лучше. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересного. Ну а на сегодня все. Всем удачи!